В связи с большим количеством пациентов без симптомов и с легкой формой в разы увеличилась нагрузка на поликлиники и службы скорой медицинской помощи. Это мы знаем. Учитывая это, необходимо особое внимание уделить укреплению первичной медико-санитарной помощи. Следует максимально обеспечить нахождение и лечение амбулаторных пациентов с признаками ОРВИ дома, используя телемедицину. Должна быть усилена работа колл-центров для информирования, маршрутизации и психологической поддержки населения. Особое внимание необходимо уделить сельскому населению. Принципиально важно обеспечить диагностику и лечение в селах, чтобы не оставить почти половину населения без защиты.